Бабулькой! Это плоско с пупырышками. Я даже представить не могу, что это такое. Много девок пищит! Много девок пищит! Пищит! Много девок! Привет! Что-то скучно, хочу чего-нибудь такое интересненькое. Эйвен, я заказываю нам супердогбоксы. Ты же супер Эйвен, тебе нужен супердогбокс. Я в этом не участвую, Софи. Мне ничего не надо. Я все равно закажу. Ты свалишь на меня потом. Ничего, я ни на кого не буду свалять. Так, я выбрала, заказываю. Чик, привези. Они же не виртуальные и не воплотятся туда с кинетической энергией. Энергией какой? Ох уж эти женщины. Эх. Мама. Здравствуйте! Вася? Ваши супер-дог-боссы для Софи и Эйвена. А я не заказывала. Да. А, понятно. Спасибо. Пожалуйста. До свидания. Эйвен! Софи! Мои супер-дог-боксы, да? Я сплю, Софи. Да, я тоже пошла. Так, супер-дог-боксики приехали. Так, я типа такая спать. Ау-ду-ду-ду! С вами Догмамаля и мои собаки Чихуа, Софи и Эйвен. И пока дети спят, сегодня я буду распаковывать коробки Супер Дог Бокс, которые они заказали. Но мы решили сделать все намного более интересно, поэтому я буду распаковывать эти коробки с закрытыми глазами. Вот и проверим, как я знаю товары для собак на ощупь. Нам прислали два Супер Дог Бокса для Софи и Эйвена. Вот он, Софишкин Супер Дог Бокс, он выглядит вот так вот. Это вот такая вот коробочка, упакованная полностью в бумагу. И здесь написано «Для Софи». Бумагу от второй коробки, на которой было написано «Для Эйвена», я раскрыла, чтобы показать, как выглядит сама коробка Супер Дог Бокс. Это вот такая вот прикольная картонная коробка с фиолетовым рисунком. Здесь написано, что «Только для собак». Ну что ж, я думаю, с этой коробки мы и начнем, с коробки для Эйвена. Ну что ж, поехали! Я завязываю себе глаза, пощупаем. Все предельно честно, открываю коробку. Какая-то бумага, я так понимаю, это упаковочная бумага. Первая мне попалась, какая-то твердая вещь в упаковке. Ничем не пахнет. Это больше похоже всего на погрызушки для чистки зубов. Какая-то большая коробка, вот я так жадно возьму ее. Судя по звуку, похоже на какой-то корм. Это какие-нибудь лакомства в виде косточек. Это я точно знаю, что это. Такой вот мячик из канатиков. Интересно, какого он цвета? Какая-то маленькая коробочка. Я даже не могу предположить, что это такое. Я открою. Тяжелая такая, с пипеткой. Я без понятия, я отложу это влево. Это какие-то плоские штуки. Наверное, это лакомство. Мягенькое, похоже на салфетки влажные. Скорее всего, это они и есть. Я точно знаю. А дальше у нас снова лакомство. И снова вкусняшки. Больше в коробке ничего нет. Какой-то, я не знаю, это журнальчик, наверное, какой-то. Смотрим. Я практически все отгадала. А что здесь у нас? А это нужно вырезать, ставить туда собачью голову, сфоткать с хэштегом SuperDogBox. Внутри на коробке вот такая бумажка, на которой написано все, что мы сегодня достали. Думаю, Софи и Эйвену будет интересненько просто за ним бегать и грызть его, тем самым чистя зубки. Это лакомство Клиффи. Вкусные хрустящие бисквиты. Если честно, я не знаю, что это за марка, и мы ни разу их не пробовали, поэтому я посмотрю, что это такое, что это за состав, и подробнее обязательно в каком-нибудь видео вам расскажу. Еще одни лакомства Клиффи. Дополнительное питание для собак. Это Made in Italy. Лакомство 8 в 1. Оленина, черника с просом. Здоровое лакомство для собак. Палочки, штучки для чистки зубов. Stasi Friends. Их всего 7 штук здесь. Как салфетки открываются. Если честно, эту фирму я тоже не знаю, столько всего нового сегодня. Влажные салфетки для ухода за лапами Teddy Pets. Эту фирму я уже знаю, мы их пробовали, для как раз тоже покупали салфетки для ухода за лапами. Мы, кстати, заказывали лакомство Доктор Алдер, не знаю, какой у вас опыт, напишите в комментариях, а мы их пробовали, и в принципе у них хороший состав, у меня есть личный опыт знакомства с ними. И вот он, тот товар, который я не отгадала на ощупь, оказался очищающий лосьон для ушей.
фирма Клиник. Если честно, я никогда не пользовалась никакими лосьонами, ни для ушей, ни для глаз, ничем вот таким вот подобным, поэтому для меня было странно столкнуться с такой вот бутылочкой для собак. Это только мой мячик, сестре не дам. Эй, подумай! Это мой мячик, сестре! Я тоже хочу такой мячик, ну поделись, дамой, будь мужиком, ну! Тогда я не буду с тобой играть вообще. Знаешь что, зато у меня есть мячик, Эйвен, ну ты что, серьезно? Эйвен, ну давай играть! Ну ладно, я грызу мячик. Так мне интересно одной с этим мячиком. Нам, мороженка. Мячик, мячик, я грызу, мне одной весело. Мячик, я грызу, мне весело, нам вдвоем. Блин, надоело. На коробочке у Софии вот такая вот картинка, так же, как у Эвена, написано для Софии. Я сейчас ее разрежу. Кстати, у Софии коробочка потяжелее. Я завязываю себе глаза. Ножницы надо убрать, потому что вдруг я кого-нибудь случайно не задену. Я абсолютно не в курсе, что там. Мне самой реально очень интересно. Я уже знаю про бумажку. Ой, что-то мягенькое мне сразу попалось. Ой-ой-ой! Я знаю, это игрушка! Мама! А, Софи, это ты? О, я знаю, что это ты, да? Смотри, какая у тебя игрушка. Игрушка-белка. Или какая-нибудь, не знаю, что-нибудь такое, потому что она такая длинная, есть такие игрушки сейчас. Софи же! Софи, ты где? Софи! 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 Забирай свою белку, забирай! А я пока порву из себя еще что-то такое очень тяжелое. Я даже не могу предположить, что это. Оно булькает. А может быть это какое-нибудь молоко? Может это еда какая-нибудь для собак? Софиша, посмотрим, что дальше. Что-то плоское. Пупырышками? Я не знаю, что это. София, в твоей коробке больше таинственности. О, салфетки. Дальше маленькая коробочка. Это лакомство. Дальше получим снова лакомство. Еще лакомство, точно. Скорее всего, это тоже лакомство. Коробочка закончилась, и тут я уже знаю, что это картинка. Да, Софиша. Да, моя собака, моя собака. Ну вот и все, мы раскрыли коробки Софии и Эвена. Сейчас мы посмотрим, что в этой коробочке Софишки я не отгадала. Миска дорожная складная. Я отстала от жизни. Это просто какая-то вот такая вот пластиковая штука. Как? Что? Что? Миска? Это миска, вы поняли? Ах ты, блин. Оказывается, вот эти уголки надо соединить. Гениальная штука. Штука. Вот такая вот прикольная получается пластиковая миска, которую получается вот так вот расстегиваешь, моешь и все, и она чистая. Точно, как я не догадалась, это было похоже на упаковку с молоком человеческого. А это оказывается влажный корм, кусочки мяса в желе. Давай, мам, накладывай уже. Никому не отрезать усы. Невидимую миску. Во, мясные кусочки в желе с мясом для собак. Это что, вкусно? Также здесь были лакомства, достаточно большая такая упаковка Арденгранж. Хрустящее лакомство для собак мелких пород. Для ухода за шерстью влажные салфетки. Можно использовать просто тряпочку с водой. Еще одни лакомства Стази Френдс, марку которых я не знаю. 8 в одном. Ягненок и шпинат с картофелем. Витаминизированное лакомство Бифар. С биотином для собак способствует улучшению вида шерсти, придает ей блеск жизненной силы, делает кожу и шерсть собаки здоровыми. А игрушка оказалась не белочка, а лисичка! Вот такое вот было наполнение у коробок Супер Дог Бокс для Эйвена и Софи. Вот бы у нас были свои коробки Супер Дог Бокс. От Софи и Эйвена. Неплохая идея! Клево, я придумала! Да! Прикольно! Точно! Прикольно, да? Правда? Прикольно ты придумала. Ребята, если вы хотите, чтобы у Софи или у Эвена, или у них обоих была какая-то личная коробка, типа Софи Бокс, или что-нибудь такое, которую вы сможете также заказать и получить подарки от Софи и Эвена, пишите в комментариях хэштег Софи Бокс или Эйвен Бокс. Если у нас наберется много таких хэштегов, мы обязательно придумаем что-нибудь для вас интересное. Мы придумали офигенную идею. Будет Софи Бокс? Да, да, будет Софи Бокс. Софи Бокс будет. Эйвен Бокс. А Дог Мама Бокс будет? Будет. Ну давай. Ну что ж, а вы продолжайте любить своих собак, и будет вам счастье. Вот-тю.
происходит. Мама. Мама уснула, Софи. И лису уронила. Мам? Если ты не редиска, поставь лайк, нажми подписку и оставь свой комментарий. Ага.